куры пробуют варенье, вишневое варенье с хлебом. Ну, кому хлеба, кому вишни. Некондиционное. И загадывают желание. Да? Кого вы вклюнете в этом году? Или в следующем? Попробую так налить немножко. О, да, сюда. Так. Лучше сохранится. И жидкость тоже. Куры. Смотрите, веслохвостая тоже пытается угнаться. Ну и тут у нас казуар с раскрытыми крыльями. Общипанными раскрытыми крыльями. Есть. Хотя я не уже не узнаю, где она. Вот это, по-моему, казуар. Полиняла-то непонятно, где она. Все. Желудок наполнится вишнями. У кур вишни проходят, так что да, в принципе, давать можно. Только цыплятам нельзя давать. Но я думаю, что они не особо будут есть. Вот эти старшие цыплята, может, еще попробуют, съедят. Ага, едят. Ну а младшим, средним и младшим давать не буду. Забьют желудок. Это надолго. Конечно, косточки вишневые будут как шаровые мельницы, но нам от этого не легче. Ну что, загадали? Наверное, скоро будет обед. Ваше лучшее желание. Сейчас исполним. Арсений Селезнев, Зверобой, куры. Ели вишни, можно сказать, вишневое варенье, не кондицию. А у нас сегодня был сбор 9 июля. Почти 2 ведра собрали. Ну, радость, как говорится, от этого не меньше. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.